Я считаю, что каждый, сидящий в зале, те, кто выступал, они достойны гран-при, потому что самое главное – это они родились. Это уже огромное счастье для нас. Я говорю, какой ты, Коля, молодец, на сцене один раз выступал. Он говорит, а почему дядь Гриша? А потому что родился. Поэтому всем вам гран-при.